В інтернеті ми змогли знайти тільки програму одного кандидата – Олександра Тимчука під назвою «Місто комфортного життя». Тому і вирішили запросити його. Отже, знайомтеся. Кандидат на посаду мера – депутат міської ради Олександр Тимчук. Олександру Тимчуку 45 років. Він корінний сумчанин. Безпартійний. За освітою військовий соціальний педагог, психолог. Після демобілізації у 92-му році працював у різних комерційних структурах. У 96-му році створив приватну фірму «Тімвел», яку очолює і зараз. Олександр Олександрович, чому ви прийняли рішення балотуватися на пост міського голови? Значит, в этот период он наиболее тяжелый для нашего города. Разрушен механизм управления нашим городом. И, к сожалению, за последние два месяца мы видим процессы, которые просто не управляются. Поэтому, на мой взгляд, сейчас для города нужен хозяйственник, который будет руководить процессами в городе, который будет направлять эти процессы. Не просто политик, а хозяйственный, не заангажированный во власти и в каких-то других структурах. Хорошо, как хозяйственник, какие приоритеты вы ставите перед собой на посту мэра? Ну, первое, это вопросы ЖКХ. То есть, все мы знаем, что наши жители платят коммунальные платежи, поэтому они должны видеть, куда идут эти деньги. Потому что мы много слышим суммы жилье и другие структуры, которые якобы какие-то деньги направляют не в те процессы. Жители должны видеть отремонтированные подъезды, отремонтированные дороги, коммуникации, кровли и так далее. То есть они должны видеть, за что они платят эти деньги. Хорошо, а кроме этого, что еще? Кроме этого, значит, основной проблемой сейчас, я так, на мой взгляд, это то, что из нашего города уезжают молодые специалисты, потому что они не могут найти применение и найти для себя работу, которая бы была хорошо оплачена. Поэтому пока нам протянули руку помощи, в город должны приходить новые инвестпроекты. То есть у нас есть две градообразующие отрасли, на мой взгляд. Это машиностроение и химическая промышленность. Мы должны за счет этих инвестиций помочь этим предприятиям модернизироваться, то есть улучшить свое оборудование и создать новые рабочие места для привлечения молодых специалистов. Вторым направлением я вижу развитие IT-технологий, то есть будет увеличен рынок, рабочий рынок для молодых специалистов, высокооплачиваемых. И третье направление – это, опять же, вложение тех же инвестиций в переработку сельхозпродукции, потому что Сумская область является одним из больших производителей сельхозпродукции. Угу. Александр Александрович, какой из городских голов Сум для вас наиболее близок? Чей стиль вам более подходит? Ну, я думаю, это Михаил Лушпа. Почему? Потому что я знаю многих людей, которые еще при нем работали. Михаил Лушпа всегда начинал свой рабочий день с того, что он пешком шел на работу и каждую неделю осуществлял объезд по городу. Так вот эти начальники, люди, которые работали при нем, они боялись, потому что он четко знал, что он хочет видеть в этом городе и как этого добиться. И они боялись того, что они вдруг что-то неправильно сделали. Хотя, на мой взгляд, они добросовестно относились к своей работе. Требовательный стиль Лушпы мне наиболее близок. Я знаю, что в этом городе нужно сделать, как этого добиться і як це проконтролювати. Ось, мабуть, і все на сьогодні. Тримайтеся.